Сейчас, подожди, нет. Только теперь нужно найти им раньше. Я еще не продам. Какую-нибудь тоже беспонтовую карту продам. Я броню не один. Я нашел уже фото для брони шлема. Нормально. Подожди, наверное, что-нибудь беспонтовое. У меня почему-то кар не укладывается. Я для него слоты освободила, он не хочет. Нормально. Семерку, все. Маловато, но нормально. Да блин, что за бред? Джонни, ты, конечно, извини, может, я немного задолбал, но я, походу, после каждой игры этот баг... Дай 30 секунд. Весело, согласись. Все, Джонни, я тут. Можем уйти. Пошли к нам давать вот. Я сразу, если что, пойду через вниз. Я обосрал.
Из-за угла просто так вышел неожиданно. Я там ему ничего не говорил, только когда вышел, но если что-то говорить, я даже не знал. Ни к нему конечно. Уже почти сейчас летал. Он наконец-таки что-то было тут два жерелья по 40 тысяч. Монетка, колечко, телефон. Это что было? Это типы? Вижу. Что-то они не похожи на батон, да? Да. И на один. Можем идти пушить их. А здесь сидится снайперка, что-то пытается сделать. Как они еще не ощущают. Беги ты, беги, пизда. Не бегите, я кончен. Вижу лежачего мужа. Можно ли? Вот я оттуда что-то вышел. Я обосрался. Так. Есть еще какая-то вода? Где-то еще лежал тип, вроде без скина вообще. Так, вот это что? О! У него рюкзак. Где мой рюкзак-то нормальный? Что он за гриб? У него... Это мама или чё? Ну, короче, рюкзак на 45. Бубычки с этим катает на обычной МПшке. Это же фигня. Нет, таких рюкзаков несколько на складе, я их экономлю максимально. Что, пошли на выход? Ищу, знаете, что-нибудь там. Ищу, да. Можно дверь продать. Да. Нормальненько. Блин, ты потом у меня для мамбы места нету вообще нигде. Не просто весь склад в рюкзаках, то есть рюкзак в рюкзак не запихнуть, а весь склад в рюкзаках у меня он состоит из них. Надо что-то придумать. Либо же мне придется навязать маму. Как это же мне? Хотя мне так две мамы на складе, ну ладно, две души. Ну что ты, так, особо не надо. У меня еще остались что-то, я хочу вынести броню. И так далее. Что-то я не туда побежал, мне какой-то занесли.
А он даже без лазера был. Это самая гениальная сборка на МПТС, которую я видел. Токсичен, каятка. У меня гениальная токсичная каятка. Маленькая, коротенькая. Гениальный ствол, не напрягал. Я жду. Спасибо.